Хорошо, солнышко только что выглянуло. Осветило троещину. Это я снимаю на новую карту. Карту памяти. Хотел купить большую, но так, чтобы будь уверенным, она не будет работать без боя. Не слишком большую, а купил по ошибке слишком большую. Но работает как-то. Я проверил. 128 гигабайт. Блин, какие-то невероятные цифры стали. Сто двадцать восемь гигабайт. Ветрено сегодня возле Днепра. О, уже велопрокат открыли в экстрим-парке. О, и автошкола уже после зимы вернулась. Все вышли потихоньку из анабиоза. А вот и я. Привет, я. Зубов у тебя мало, мое второе эго. Три зуба. Три зуба. Ну, вообще-то, ну, так. Вполне. Боже воли, кто мир сжигает. Неужели будет дождь? Прогноза ведь нет на вечер. Существо абсолютного оптимизма. Вот это. Я бы даже сказал, железного оптимизма. Почти как я. Ну, у меня иногда бывает депрессия, а у него никогда. Я говорю, я вам заплачу, вы только на одну ночь его не уберите здесь со стола, как бы забудьте, а я его стырю. Хорошо? Нет, говорят. Он всем тут нравится, но вообще любимец. Поэтому, говорят, невозможно. Сия сделка невозможна. Ты всеобщий любимец, засранец. Зубастый. Ты на себя в зеркало посмотри. Три зуба, блин. И вот с тремя зубами вот это существо, блин, пучеглазое. Друг всеобщий любимец, а? Из-за тебя тут такие страсти кипят, как по Шекспиру. На, на. Поеду кататься. Посмотрим, как ты будешь выглядеть на видео. Я тебя прославлю. Хотя кого я могу прославить? Микро прославлю, понял? Микроскопически тебя прославлю.